Ну а это для ценителей драйва и индивидуальности. Плод стараний харьковских умельцев, сумевших построить багги, что называется, с чистого листа. Прочный каркас из бесшовных труб обшит легким пластиком. За кокпитом восьмерочный движок с коробкой, приводящий задние колеса. Подвеска полностью оригинальная, разработанная самими авторами сего произведения. Конкретно эта машина еще не проходила испытаний, но ее прототип наездил немало по кроссовым трассам и вдали от дорог. Отличный получился адреналин-кар. Из всех представленных на выставке машин, именно на нем и хочется поездить больше всего. Надеюсь, такая возможность как-нибудь представится. А если